Привет, это Деконте. Видеоинструкция по сборке тумбы прикроватная 1. В комплект входит одна коробка и пакет с фурнитурой. Открываем коробку и раскладываем детали так, как показывает мастер на видео. Обращаем ваше внимание на то, что место для сборки должно быть чистым и ровным. Тумба состоит всего из 7 деталей, собрать ее совсем несложно. Приступим. Для сборки нам потребуется молоток, ключ под евровинт и шуруповерт. Если его нет, подойдет обычная фигурная отвертка. Крышка тумбы крепится к ее боковым стенкам с помощью эксцентриковой стяжки. Начнем с установки штоков. С помощью шуруповерта мастер вкручивает их в посадочные места. Затем в правую и левую стенки тумбы устанавливаются эксцентрики. Обратите внимание на то, что стрелки эксцентриков должны указывать на отверстия для штоков. Когда все готово, одеваем стенки тумбы на штоки и проворачиваем эксцентрики до упора. В основании тумбы с помощью двух евровинтов устанавливается цокольная планка. Для установки мастер использует ключ под евровинт из набора фурнитуры. Дно тумбы устанавливается аналогичным способом. Задняя стенка устанавливается за подлицо и прибивается мебельными гвоздями из набора фурнитуры. Старайтесь не бить гвозди слишком близко к краю. Кроме того, желательно не допускать наклона гвоздя. Опоры тумбы крепятся также на мебельные гвозди, по 2 в каждую. Старайтесь не устанавливать их слишком близко к переднему и заднему краю тумбы. Перейдем к установке дверцы. Устанавливаем петли в посадочные гнезда и фиксируем их саморезами из комплекта фурнитуры. Затем подводим дверцу к той стороне тумбы, за которую петли будут держаться, и фиксируем ее саморезами из комплекта фурнитуры. Обратите внимание на то, что для дверцы можно установить как правое, так и левое открывание. Прикрепите ручку двумя саморезами из комплекта фурнитуры. На этом сборка окончена. Вы можете смело пользоваться изделием.